Всем приветульки, красотульки, с вами Леон и Графауни. Всем здорово-здорово. Здорово-здорово, ребятки. Короче, сегодня мы с вами начнем играть в Астронир. Это просто офигенная маленькая инди-игра, которая находится сейчас в пре-альфа-разработке. Хотя на вид, говорю, она вообще прям очень круто выглядит. И как будто релиз уже состоялся, но на деле она будет еще нарастать множеством контентом. Но контента сейчас немного, но затягивает на целый день. Вот, так что мы с вами, наверное, пару серий-то точно отпишем. Вот, вообще игра кооперативная, до 4 человек. И один из этих человек сейчас должен уже просто вот взять и прилететь. Да, я пытаюсь прилететь, сейчас у меня идет загрузочка там. Угу. Так, тут, короче, обучалочка. Сразу, ребят, скажу, что, в принципе, весь контент в игре я уже посмотрел. То есть у меня рука наметана, все дела. Будем теперь с вами вместе это смотреть, делать. Поэтому, если некоторые люди теряются, да, вообще в игре, я думаю, это будет полезно посмотреть данный проходняк. Вот, а вообще Миша у нас тоже такой не бум-бум, сейчас только прилетит. Во-во. Да. Так, я надеюсь, я сразу к тебе прилечу. Вообще, по сути, интерфейс управления, оно достаточно такое специфичное, поэтому как бы так сразу и не вот допетришь. Самое главное, как понять, присоединился я к тебе? Вот я, допустим, спустился, вот я вышел. А, да? Нет, тебя шанса. Рядом со мной нету, пробую еще раз. Постарался сгенерировать для вас более приятный такой на Землю похожий мир. Но что нужно знать, что здесь можно путешествовать по планетам в перспективе. Конечно, большую часть времени мы будем проводить на этой планете, но там, я не знаю, если сгенерировались хорошие планеты, там Луна, там Марс, я не знаю, может что-нибудь подобное, то можно будет куда-нибудь переехать и жить на другую планету. Зависит от того, какие там ресурсы, фауны и вообще пригодна ли для жизни планета. Ты, по сути, должен просто прямо на меня дистанцироваться. Во-во-во-во, прилетел! Я рядом прямо. Кстати, твоя капсула исчезнет, я тебе сразу говорю, будет одна общая. О, она видишь, она полетела. Йоу, здорово! Прикольно. Как ты это сделал? Это, да, это вот именно так. Четыре эмоции. Эмодзи. Да, короче, я не знаю, надо тебе, короче, базовое сначала сказать, чтобы ты понял. Вот, смотри, значит, ну ты уже разобрался, да, как вот этой штукой, пушкой там наяривать? Там, ну да. Цветочки, херочки, альт зажимаешь. Цветочки собираются. Ничего. Да, цветочки собираются, ну это, по сути, органические ресурсы. Можно пальчиком показывать на них. А, ну да, типа, эй, у тебя штаны! Типа, спущенные. Я тебя пытаюсь... О. Нормально. Так. Так, а как эту штуку взять на... Черт. Во, на штаны спущены. Так, на что? Да. На что эту штуку брать собирающую? А, на Е. Е нажимаешь, берешь ее в руки, Е нажимаешь, убираешь. Вот, смотри. В общем, суть в чем? Вот Q нажми, у тебя появится такой инвентарь. Спина рюкзака. Это что-то вроде инвентаря. Вот, есть слоты такие 4 на 4, да? То, что ты собираешь, рано или поздно собьется в стак и отдельным слотом сюда займется. Вот. А также есть по бокам специальные, ну, если ты вот, не знаю, как бы я тебе сейчас вот... Короче, смотри. Я тебе сейчас под ноги кину ресурс один, к примеру. Вот. Я вот. Причем ты можешь видеть вплоть до того, что вот, да, вот ты его перемещаешь по воздуху, я тоже вижу, как ты его перемещаешь, видишь? Mm-hmm. Да, и он у тебя на спине еще так остается, когда-да-да, типа как соты такие. Прикольно, да, выглядит? Да, прикольно. Вот. У нас еще планета же рядом, ты видел, когда летел сюда? Мы туда как можем луна слетать такая, потом. Как будто. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И, короче, по бокам, вот возьми там в руки этот слот, этот, органический, и попробуй вот куда-нибудь, знаешь, там слева, справа такие ушки, типа... Как бы тебе объяснить-то? На самом... Да, а, вот. Все, я понял вот. Тебя, да. Вот, да, ага. Здесь. То есть что? И здесь по бокам тоже два слота, но в основном их занимают, я не знаю, там всякие... Да хотя, в принципе, просто обычные два слота, не бери в голову. То есть просто дополнительное место в рюкзаке, типа, да? Угу. Вот, по энергии. Ну, энергию надо производить путем там солнечных батарей, переработки органики, и вообще это очень важный ресурс, поэтому... Так, а вот такая синенькая полосочка, это что? Это типа вот, кислород, да? Это кислород и энергия из нашего, скажи, из нашей базы. Угу. Вот. То есть надо периодически подходить сюда,
Угу. И братья. Exactly! Да, осторожно! Сейчас вот я тебе мостик, короче, типа, сооружу. Видишь, там вдали находится смола. Нам сейчас нужна. Нам. Вот. Вдали смола. Ну, вдали, да, она такая голубенькая. Вот прям где мостик я тебе провел, вот прям если ты пройдешь по нему, и прямо вот перед ним будет смола. Вот ее нужно собрать как можно больше. Вот, а я пойду так, в другую сторону. Так, что крафтится? Так. На яд достаешь эту фигу и наяриваешь. Так. Вот я. Вот смотри, да, вот та планета, которая вот поднялась, да? За горизонтом. Да-да-да, это вот она и есть, это наша, типа, луна. Да-да-да, надо будет на нее, короче, слетать и. Короче, пробурить ее в стиле Dead Space. Кстати, а в принципе, в теории, вроде как реально так можно. Эту штуку тоже через Ешку, да? А, да? Да-да-да, я просто думал, что она копает вот так вниз, и ресурсы так добываются, это типа ненормально, но это нормально. Это нормально. Это норма! Так, кислород надо. Ой, да-да-да-да-да. Я бегу. Вообще, можно ставить, крафтить, знаешь, такие штуки, типа опоры. И по этим опорам мы можем наладить контакт с нашей базой и все время иметь подпитку. Скажем, типа линии электропередач. Не задыхайся, дружище. Беги. Давай. О, нет. Не добежал. Черт. Вон, иди забирай свои эти манатки. Это бывший сержант Графовни. Кстати говоря, труп не исчезнет, пока ты с него не соберешь штуки-дрюки. И, кстати говоря, лут можно на землю сбрасывать, и он не исчезнет. Это прям кайф, потому что тут со складированием порой такие проблемы, что просто жесть. Так, я пока солнечную батарею сделаю прямо в инвентаре. Прощай, прошлый я. Это все клонирование технологии. Надо технологис. Вообще. Так, сейчас я, короче... Музыка такая играет, вообще забавная. Но. А это вот, типа, вот так. Так, мы сделали одну платформу, на нее можно что-нибудь поставить, а можно ее продолжить и построить на ней что-нибудь. А если поставить на нее что-то, типа, вот смолы, это к чему это приведет? Вот давай, ставь смолу, и она превратится в платформу, на которой можно построить что-то вроде, там, я не знаю, печки, какого-нибудь рабочего стола. Вот тут еще, видишь, выбрать можно принтер, исследование, плавильня. Вот вообще, как бы исследование или плавильня, вот можно сейчас быстренько из соединений сделать. Вообще, тут клево вот это все сделано, прям приятненько. Плавильню давай замутим. Такой это 3D-принтер, короче, прям. Да-да-да, анимация классная. Все, и видишь, смотри, вот эти вот энергоячейки, они восполняются. Угу. Когда они полностью восполнятся, можно воспользоваться этой штуковиной. И, по сути, нужно отладить вот эту вот подачу энергии по всей нашей базе, чтобы, допустим, по ночам у нас не было нужды в энергии. И, ну, днем как бы солнечные батареи вроде работают. Просто их надо сейчас наставить. А у нас на спине, то есть, вот эта энергия, она тоже тратится, да, со временем? Да, она тоже тратится. Ну, допустим, можно сделать солнечную панель. А вот как я сейчас, если ты заметил, вот здесь вот наставил. Ага. Только на себя такую. Только же, на себя, да, одну такую поставить, и у тебя будет быстрее. Но это опять же, если ты будешь на поверхности и будет день. Как бы слот она занимает. Но есть еще ресурсы, которые ты прям добываешь, они как бы органическая энергия, если так назвать. Не просто органика, да, вот стак, который мы с травы добыли, а именно, что прям она такая слот энергии. Вот, и он прям расходуется, и это все нормально. Так, ладно, соединение пока ставлю. Вот, пошли добываться. Ладненько, идем сейчас я. Куда бы пойти, да? Тогда все эти. Я знаю, что я сделаю с эти опоры. Да, вот опоры сделаю. И можно куда-нибудь отправиться. Надо найти ближайшую пещеру, чтобы далеко не бегать. Или пробурить ее на край. Край. Типа сила в пещерах, да? Ну, сила на самом деле, да, как бы в пещерах. Это везде, по-моему, АВ-копатель просто. АВ-копатель, да. Уходи. Так, вот это надо забрать. Прям вот нормально этого добра. Как бы классика соединения. Самое, типа, самый дорогой ресурс это титан.
Ну и еще какой-то там, я немножко запамятовал, как он называется. И если мы прилетим на какую-нибудь планету, и там будет дофига титана, что его можно прям как цветочки сорвать, это, конечно, будет прикольно, но по классике жанра такие планеты непригодны к жизни, там постоянно идут бури. Кстати, о бурях. Здесь есть песчаные бури, от которых надо прятаться. Такая вот дичь. Так у меня, короче, кончилась энергия, это тоже опять надо бежать к себе, да? Пардон. Энергия пока что у тебя восстанавливается сама по себе. А, да, автоматически, но у меня кислорода мало. У нас вроде как штаб еще не воспроизводит достаточно много энергии, чтобы прям вообще ни в чем не нуждаться. А, вон, смотри, смотри, вот видишь? Вот я тебя сейчас туда пальчиком ткну. Вон там. За гору только что песчаная буря ушла. Ее видно издалека? Ага, да-да-да-да-да. Но она, такая... она мимо как бы прошла, так что замечательно. Просто когда начинается песчаная буря, начинается Mad Max настоящий. И в тебя летят всякие осколки, и ты... И тебя, блин, рвет просто. Как ненормального. Так, сейчас я вот здесь проберусь. Не люблю, когда после добычи дыры остаются прям как перфекционист. Самый настоящий. Вот. У кого-то нет энергии. Блин, энергия, конечно, быстро расходуется. Вообще надо, получается, блин, реально искать пещеру скорее. А то мы так можем на жопе ровно просидеть. Бесполезно. Так, это мы здесь пытались добывать. Вот там что-то такое, блин, кислород. А, что я туплю-то? У нас же эти есть контакты. Опоры. Мне надо просто проводок провести, я направление выбираю. Вообще прикольно, тут вот дерево какое-то, скала, вот что-то интересненькое. А если дерево рухнуть, то что с ним будет? Ну оно, да, оно по физике как бы упадет и будет валяться. Так. Но, скорее всего, в корнях у него лежит что-то полезненькое, типа research, ресурс, который надо исследовать, и в котором может быть что-то полезное. Да черт! Че ты там делаешь? А, уронил дерево! Да. Я его подкопал маленечко. А в нем ничего не было под ним прям? Не, ничего. Нет? Это органика была такая, все обычное. Сейчас посмотрим вашу органику. Во. Все, вырвали с корнем просто. Прикольно. Но дерево само не исчезнет, да? Дерево вроде как само не исчезнет, да. Тут в этом плане все ок. Блин, я надеюсь, что потом в дальнейшем разработка зайдет до такой степени, что можно делать сервера с игроками там до 100 человек. И можно будет систему покидать. Это было бы вообще классно. Космические базы там, знаешь, такие большие еще. Да, и да, вот. Да. Я говорю, вот то, что No Man's Sky обещали, но у них не получилось. Должно получиться у этих ребят, потому что они как бы не сильно такие, знаешь, зазнавшиеся. Ой, я нашел пещеру, слушай, я угадал, я правильно пошел. Нашел? А, вон, все, вижу тебя. Бегу. Так. Так, надо вот туда проводить. А вот эти опоры, они что делают? Они, вот, считай, связь с нашим кораблем. То есть воздух, энергия. А, нифига себе. Угу. Видишь, ты как бы, как на поводке. Угу. Такой идешь, типа, ну, подпитался нормально. Так, надо еще больше. Золото, что ли? Это не золото, это вот как раз та самая энергия, о которой я говорил. Типа, ее подбираешь, а ты доволен. Угу. А голубенькие такие... Это воздух. Ты можешь также воздух собрать, и чтобы ни в чем себе не отказывать, чуть-чуть поглубже уйти. Но помни, он имеет свойство кончаться, и тогда тебе будет жопа. Энергия кончилась, собака. Ладно, что, пособираем кислород. Контента как бы немного, если так рассуждать, но достаточно. Но это и альфа-версия как бы, лол. Вот в том-то и прикол. Но это хватает вообще, что самое интересное. Вполне пока что хватает. Эй, так. Тягнить вот так. А монстр там чудовище есть? Пока что нету ничего такого, но в пещерах есть газы. Газы? Да, газы. Их надо осторожненько обходить или под корень срубать, чтобы они деактивировались. Можно погибнуть под их влиянием. Так, тут, в общем, я смотрю, ты спустился, да, а вот... Я тут пособирал, да. Кислородик всякий. Так, надо какой-нибудь такой путь симпровизировать, чтобы безопасно можно было подниматься и спускаться.
Не, вот было бы прикольно со всякими монстрами бы вот эти темы. Вообще, ну вот. Да, их потом я добавлю, думаю, по-любому, потому что, ну, как бы игра вообще в этом плане перспективу большую имеет. И это было бы вообще клуто вообще прям. Клуто? Короче, клуто. Так, сейчас я тут немножко подавляю. Энергии, блин, не хватает, реально. Надо короче, на базе... Чё за неизвестный? А, вот, эту, короче, штуку нельзя никуда поместить. Её нужно вот прямо в руки брать тащить, и да? тащить ага. до базы, да. Вот, этим да, ну, не, вот заниматься она, мы будем много. Тут, если чё. Хорошо. Пока. Так, энергии нет. Пока пусть она тут лежит. Блин, энергия. Ты всё соскрёб, да, со стенок-то? Потенциальную да? энергию. Нет, ну в смысле, я соскрёб этот... кислород только. А. Так, тут... Энергию я даже не трогал. Это виноград растет. Вот, лотерит. Алюминиевая руда. Ее надо собирать, переплавлять, и получается алюминий. И можно крафтить что-нибудь вкусное. Тут как бы вот эти штуки, которые ты находишь, типа research, да, ну исследования там. Их надо... ну, из них, короче, выпадают рецепты. Того, что ты можешь скрафтить. Вплоть до космического корабля, на котором мы отсюда вообще улетим. Причем... Ну, сейчас как у игры финальной цели никакой нету, да? Ну, по сути, как бы можно ее самому себе установить, там, посмотреть все. Улететь в космос, полетать по планетам. Вот. По планетам... Я уже летал, конечно, но у меня сгенерировались настолько скудные планеты, что даже было не очень интересно по ним летать. Я просто полетал. Получается, смотри, можно скрафтить себе что-то вроде небольшого челнока, да, который может улететь от Земли до Луны, но чтобы улететь дальше, нужен именно космический корабль. И у меня так получилось, что рецепт на космический корабль был сразу на Луне. Вот. Но... Там генерируются немножко другого типа планеты, и все-таки до них летать очень так, весело. Где это неисследованная ерунда, а? Ты ее убрал куда-нибудь? Нет, пока что я вот ничего. Вот она, не, вот она. Ага. Достать ее? Ну, вот попробуй ее на поверхность пока отнести, пусть там валяется, потом мы за ней сгоняем. Да! Черт! Че такое? Да не-не-не, все нормально. Ну, ее неудобно тащить, конечно. Да не то, что у нее, мне просто... Ой, еще что-то нашел для исследования, еще какая-то херня. Да тут вообще, страшно. Я помню, один раз 20 таких вот булыжников дикобраз скопил. Дикобраз какой-то, черт возьми. Дикобраз? Да. А. Тут, кстати, вот два грибочка стоят, они на самом деле опасны, если они лопнут, они могут тебя даже убить. Хм. Если под них долго копать, ну недолго-то. И вот эту фигню для исследования прям... Это ты за мной, да, идешь? Угу. А кто еще-то тут может быть? Да я мало ли, ё-моё. А, ну просто такая хрень такая двигается, да. Было бы прикольно еще, знаешь, типа с этим... С уровнем гравитации там всякие штуки бы прикольно. А, да? Ну на Луне-то есть такая фига? Не, ну знаешь, типа там какой-нибудь устанавливать суперреактор, который позволит задавать уровень гравитации на планете. Ну это прям, я не Понятно. Знаю, моды для Майнкрафта без смс и регистрации. У игры же потенциала сейчас вообще куча. Да, то есть можно с разработчиками связываться, попробуй свяжись с нами, да? И они тебе, как бы ты можешь написать, типа, вот знаете, было бы прикольно в вашу игру написать, что-нибудь такое сделать, они... Да, давайте, классная идея, сяу-ляу. Короче говоря, идеи подавать нормальные. Так, ну и все, вот я ее поставил. Исследование. Так, это не исследование, это просто плавильня. Нет? Да. Черт. А вот сейчас я поставлю исследование. Так, погодь, там вот эту штуку не ставь. Сейчас. Оп. А стоп, погоди, вот на дереве точно такая же ерунда была. А, да? Который ты принес, да. Ну, их много не бывает, я тебе так скажу. Так. Нам нужно органическая смола. Нам надо соединение. Вот какой ресурс. Соединение? Две штуки, да. И мы сделаем исследование. Так, сейчас я что-нибудь такое все-таки найду попутно. А, во, вижу, да. Вижу цель, иду к ней. Сейчас соберу эти... Исследование! Та-та-ра-та-та-та-ра-та-та. Вот пробовал я один играть. Это очень-очень долго и трудно. Ну, не то чтобы трудно, ну, считай, просто две руки лучше, чем одна.
Ха! Ну, мне бы еще, так сказать, это... Ой, войти в тему игры, там, понять, что там, как... Не, ну ты вопросы задавай, как бы, в процессе. Да тут пока ничего такого больше тяжелого-то нет. Ну, в плане крафта, конечно, я вот эти, там, ответвления, исследования, не исследования, там, к этому больше напью. Я бегу! Как, знаешь, у меня воздух кончается, блядь! Что для кого и для чего? Ну это да, это надо вот, это грит и все. А, ну в плавильню, получается, я сейчас могу алюминий поставить уже, да? Да, ты можешь вот алюминий засунуть и обработать его. Так, то есть, получается, вот эти четыре штучки, ты их забиваешь, может, даже не все, и просто нажимаешь там вот эту штуку, которая появилась, типа, обработать. Так, это соединение, соединение. Рецепты, кстати, вот если изучаются, может тебе не написать, скорее напишет мне, потому что я хост, а рецепты, в общем-то, общие. О! О! Нормально. Целый алюминий. Целых два, потому что вот один сверху. Оп, все. А, вот. Да-да. Целых два. Вот, попробуй, короче, запихать это кейс CSGO. Там должен тебе ВП Азимов выпасть. Драгон Лор какой-нибудь. Давай. Стоп, стоп, стоп. Оп. А, энергии нет, прикинь. А-а-а. Вот это гон! Хотя, знаешь что, есть такая штука, мне нужна медь. Генератор. Генератор ставишь, если ночь и не хватает энергии, можно органические ресурсы в нее запихать, и он будет производить какую-никакую энергию. Как дрова в печку кинуть, короче. Ну да. Хотя тут, по-моему, даже есть печка. Тут очень много механизмов, которые рассчитаны на создание энергии, потому что в дальнейшем можно построить такую штуку, которая будет перерабатывать энергию в топливо. Это прям вот я сейчас секрет геймплея, ну, конца игры уже, может, так раскрываю. То есть, получается, ты добываешь это топливо с помощью энергии. И это топливо меняешь через специальную тоже штуку на ресурсы, которые тебе нужны. Такой бартер получается, планетарный. Вот, ну, потом, типа, ну, это, наверное, для упрощения геймплея под конец, чтобы уже, как бы, не париться по поводу ресурсов и уже озадачиться чем-то более возвышенным. Так, вот я сейчас бегу и, так, тут гидрозин. Так, ну, это, как, по сути-то мне не надо, мне нужен медь. Блин, да, я тоже бегаю, сейчас ищу по сторонам, что тут вообще есть. Угу. Так, ну, тут тупик. Цветочков всяких вообще гора просто. Цветочков вот таких же дорогих. Так, тут забрал синеньких. Так, энергия. Энергия. Вот я, кстати, энергии собрал. Можно, в принципе, ее просто запихать в этот. Че тут гидрозин? Вот нафиг выкину, пока что не нужен. Так, побежал. Опасненько так-то по пещеркам шарахаться. А, блин, упал. Упал, упал. Нет, не хочу. Смола. Смола нам еще нужна вообще? Смола, она как, знаешь, такой ресурс а-ля дерево. Как в Расте. А. Дерево нужно всегда. Есть. Смолу, значит, его собираем. Смолу. Every day. Так, кислород кончается. Коннектинг подрубается. И все, пучка. Пылесос все засасывает. Шла Саша по шоссе и засасывала пылесосом ресурсы. Так, вот это чё ты так... главное следи за кислородом на таком расстоянии. Я нашел какие-то ништяки, Лев. Да ты чё, тащи домой. Я прям видел, как там отлетела крышечка, там, да, бывает, попадаются. Прикольная штука. Так, вот это надо сюда поставить. Нет, 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 стой, нет, нам не это надо заряжать. Топливо куда-нибудь уже воткнись ты, господи. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все, я, короче, принес. О, тютя в тютю хватило. Так, исследование. Слышишь эти звуки? Нет, еще. Вот теперь слышу. Это, короче, сейчас мы что-то узнаем. Что-то получим, да? Да. Ага. Конденсатор топлива. О! Ништяк, слушай, это крутая штука. Это именно про нее я и говорил, что можно обрабатывать энергию в топливо и потом
А потом я не знаю, куда его девать вообще. В принципе, пока что смысл в нем никакого нет. Так что пока мы не добудем продать платформу, так называется, фигня, в этом всем смысла пока что нет. Алюминий пока сюда кину. Пусть он стоит с остальным алюминием. Присоседил просто. Так, а я построю еще одну платформу. Вот сюда. И знаешь, я думаю, что в принципе на этом нашу серию можно закончить. Это вот. Чисто такой просто старт. Начало чего-то. Стартап! Стартап, да. Я почему-то, для меня сейчас главная задача — это попасть на вот ту планету. На ту планету? В начале я увидел, да. Ну давай задачимся. Сейчас вот мы как бы сначала все это дело нащупаем. И озадачимся, отправимся на ту планету. Вот. Так что, ребятки, следите дальше за нашими офигенными приключениями в Астронир. Подписывайтесь. В описании есть ссылочки на наши каналы. Ну и всем удачки, всем тортик. Еще один лайки, чак нашел. А, молодец, я вам вижу, летит крышечка. Все, пока-пока, ребят.